Друзья, этот ролик грустный. Жизнь есть жизнь. И все мы ходим под Богом. У кого какой срок, у кого какая судьба, не нам решать. Привет, моя солнышко, иди сюда. Да, мой хороший, привет. Привет, Марис. Иди сюда, солнышко. Заходите, закрывай. Иди сюда, иди, зайка моя лохматая. Ты красавчик, мамин, хороший. Пошли, пошли, пошли. Так. Привет. Вот эта тумбочка, она живет. Ее нельзя в вольер. Вот кто рассаженный, этих отдельно надо будет сажать. Да ладно, моя солнышко. Так, а сколько у нас тут получается? Так, идите, ребята, сюда. Так, раз, теперь два. Как вот ловить будем? Сколько у нас их получается? Три здесь. Раз, два. Три я вижу. Пять. Четыре, пять. Пока пять вижу. Пока должно быть больше. Должно. Должно быть восемь. Погиб человек. Высокое давление, и за сутки человека не стало. У Людмилы осталось 8 старых собак, 4 кошки. Она много помогала раньше бездомным животным. Теперь настала наша очередь помочь тем, кто остался без хозяина. Мальчик, иди сюда. Иди, малыш, иди, мой хороший, иди. Иди ко мне. Иди скорее. Иди сюда, мой хороший, иди. Иди. Ну, собаки напуганы. Тише, мой хороший, не бойся, не бойся, мама. Старенькие, старенькие. Хороший, что? Старички! На, старички! Что мы сладкие? Ну, не ругайся! Не ругайся! Радуйся, мы с тобой не ходим, да? Скажи, я не хожу! Ну, все, все! А где третий ваш? А? Где третий? Малыш. Не бойся, малыш.
старушка, да? Старушка. Все, моя хорошая, самая старушечка. Легла, лежит спокойно, умничка моя. Ну, ну все, все хорошо. Вот пятеро здесь у нас. Что ты? Давайте аккуратно по одной. Что, малыш? Как бы ни жил человек, но все мы с вами ценим доброту, теплое, доброе отношение к самому себе, к окружающим. Ребята, мы всегда улыбаемся в ответ на улыбку, обращенную к нам. Кто-то говорил, красота спасет мир. Ребята, доброта. Мир спасет доброта. Мы забрали этих старичков к нам в приют. Да, ребята, у нас нет места. У нас тяжело с кормами. У нас очень тяжелое положение. Но, ребята, мы никогда не бросим животных, попавших в беду. Мы всегда откликаемся. И всегда поможем. Все в жизни случается. Никто не знает, у кого из нас какой век. Ребята, давайте будем дружнее. Перед вами 8 собак от Людмилы. Раскормленные, толстые, потому что у Людмилы не было сил ухаживать за ними. Были силы только кормить. Многие животные из них больны, у многих рак. Они старенькие, от 9 до 12 лет. Сколько им осталось жить и насколько они переживут свою хозяйку, мы не знаем.
но сделаем все, что в наших силах. И я прошу вас встать рядом с нами. Вы поможете нам, друзья. Посмотрите, с вашей помощью выздоравливают наши прооперированные звери. С вашей помощью оперируем раковые опухоли. С вашей помощью выздоравливают малыши. Ребята, вы проделываете огромную работу вашей добротой, вашим милосердием, вашим состраданием. Пусть вы далеко, но работа ведется в приюте только благодаря вам. Ребята мои дорогие, хорошие, милые, спасибо вам. Огромное-огромное спасибо. Спасибо за то, что прошла акция. Она завершена. Спасибо вам. И еще последний вопрос. Мы выкупили 2 гектара земли, а 3 гектар у нас взят в рассрочку. 5 месяцев мы должны выплачивать по 200 тысяч. Ребят, если можете, помогите нам каждый месяц собрать по 200 тысяч, чтобы завершить сделку. 2 гектара выкуплены. Последний, 3 гектар. Я прошу вас, это для выгула наших животных, для теплиц. Нам очень нужна ваша помощь для завершения сделки, чтобы выкупить последний 3 гектар. И спасибо вам всем. Спасибо за то, что вы рядом. Спасибо за вашу помощь. Спасибо за вашу дружбу. И благослови вас Бог.